Тебя называют красавицей и говорят, ты хороша в деле. Профессионализм в такой работе никого не красит. За нами наблюдают. Поцелуй меня. После войны тебя где-нибудь ждут? Когда окончится война, будет неважно, где я. Мы должны быть вместе. Поедем со мной в Лондон. Стань моей женой. Я люблю тебя всем сердцем. Капитан, мы перехватили вражескую радиограмму. Речь в ней шла о вашей жене. Боюсь, что содержание вам очень не понравится. Эй, а как же поцеловать?